Сейчас ответ Химика. Бросал по воротам Антон Назаревич. И где шайба? Шайба в воротах. И арбитр отправляется смотреть. Ну, понятное дело, нужно смотреть здесь видеоповтор момента. Но я думаю, здесь судьи долго будут смотреть и просмотр. Ну что, сколько это будет продолжаться, вот этот вот просмотр? И я так понимаю, что нету арбитров решения сейчас окончательного. Так, вот что там режиссер нам еще готовит. Ну, давайте. Сейчас замерли все. Слушаем. Взятие ворот засчитано, друзья мои. Значит, арбитры высмотрели ситуацию. Точнее, высмотрели, что все-таки последним клюшки коснулась шайба игрока Химика. То есть игрок Химика забросил клюшкой не ногой. Ну что же, 3-2 Химик выигрывает.